Здание детского сада «Орленок» для детей с нарушениями зрения было построено более полувека назад. Капитальный ремонт здесь не делали ни разу. Сейсмическая обстановка усугубила состояние ветхой постройки. По несущим стенам поползли ужасающие трещины, узкие лестницы, низкие потолки, крошащаяся штукатурка. Из аварийного помещения 65 ребятишек расселили вместе с педагогами по другим детским садам. Дети, которые пребывали у нас в детском саду номер 2, они распределены в два детских сада. Это детский сад номер 4. 40 человек и детский сад номер 18. Вся медицинская аппаратура, которая была во втором детском саду, перевезена в четвертый детский сад. И все детки получают образовательную услугу коррекционного направления. Эксперты провели обследование здания. Заключение представили в администрацию города. Юристы правового управления сделали ряд замечаний и отправили экспертное заключение на доработку. Параллельно с этим Светлана Яровая дала поручение в кратчайшие сроки разработать проект строительства нового здания, подчеркнув, садик «Орленок» будет там же, где и всегда. На этом месте, независимо от того, от экспертных материалов, будет исключительно детское дошкольное учреждение, специализированное на направление, которое оно и было. Ничего иного нам мы даже рассматривать не будем. На подготовку конкурсной документации на проектирование Светлана Яровая дала двухнедельный срок.